В этом году, говорят, грибной год. Вот уже третий боровик, который растет прямо возле участка. День второй. А на утро вот такая вот красота. Вот там еще один маленький. Три подберезовика. Доброго времени года моим близким, моим подписчикам, явным, неявным, прекрасным, милым, замечательным и гостям, которые зашли на мою страничку, где у меня, в общем-то, такой винегрет, где я помещаю все, что меня трогает. Осень. И возрос интерес к моей царевне-лягушке. На самом деле это земляная жаба, но она очень красивая и неповторимая. Спасибо, что посетили мою страничку.